уж думала, она не уйдет. Ну, рассказывай давай. Во всех подробностях. Рассказать что? Хороший вопрос. Я так увлеклась, что не поняла. Что рассказать? Что ты делала со своим симпатичным начальником на яхте весь день и всю ночь? Да, точно, что ты там делала? Признавайся! Так, и что дальше? А ты как думаешь? Я проиграла. Он задал вопрос. Какой такой вопрос? О чем была моя самая страшная ложь? Надо было сказать, что ты не настоящая Сунапик Таш. И ты сказала? Суна позвонила, когда я собиралась. Зачем? Сказать, что к ней пришла Дидем. Дидем пришла к Суне домой? И дала мне вот эту корзинку фруктов. Давайте выбросим. Наверняка там яд, раз это подарок сумасшедший. Не думаю. Она ведь пришла просить прощения. И попросила его несколько раз. Ну и хорошо. Может, она наконец образумилась. Я тебя умоляю, ослы. Уверена, у нее какой-то коварный план. Мы с этим разберемся. Почему? Неужели она не могла искренне попросить прощения? Не могла, точно. Она вообще не должна была так поступать, чтобы потом просить прощения. Ты правда так считаешь? А что ты обижаешься? Я ведь не о тебе говорила. К тому же ты не со зла. Ты была вынуждена. Точно, дорогая. Поэтому ты молодец, что решила сказать Мурату правду. Я тоже так думаю. Но чувствую себя ужасно, что обманула его. Да не только его. Я обманула свою семью. Как бы то ни было, это все неправильно. Слушай, ты сказала, что у тебя был не день, а мечта. Может, это начало вашей великой любви? Но строить отношения на лжи нельзя. Безумие. Вот поставь себя на место Мурата. Ты бы сама что сделала, если бы узнала всю правду? Звоните пожарным, Сарте горит. Знаете почему? Потому что здесь Тувал Яникоглу. И не говорите, что я вас не предупреждала. Я сама горю, я вся в огне, я горю. Позвони Дидо. Эту спящую красавицу никакими силами не поднять, она только под вечер появится. И где мой кофе? Моя королева. Ты тут? В такое время? Я что, умерла и попала в рай? И ты в платье принесла мне кофе. Кому же еще мне подносить кофе, как не тебе, любимая наставница? Когда ты меня отругала, я поняла, насколько была неправа. Готова целовать руки. Нет, нет, это лишнее. Можешь сделать мне массаж головы, если хочешь быть полезной. Я так много думала, что голова разболелась. Хорошо. А теперь еще раз расскажи, как ты образумилась. Тувал, старый Дидем больше нет. Скоро я восстану из пепла.
Мурат увидит, как я изменилась, и тогда я выиграю. Отлично, супер. У тебя получается. Ты же знаешь, в доме у озера будет фотосессия на выходных. В мой день рождения. Тогда я и воскресну. Да, отлично. Я ходила просить прощения у Хаят. Увидела, что Мурат ее подвез. И что же я сделала? Закрыла на это глаза. Увидела, что она в его одежде. И что я сделала? Промолчала. Сделала вид, что внимательно ее слушаю. И я это выдержала. Выдержала испытание. Что же я сделала после? Что ты сделала? Так, давай еще раз. Позвонила Дженку. Да! Да-да! А кто это? Бей, дорог бей. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Позвольте мне кое-что сказать. Я очень рада быть частью вашей команды. С новыми проектами мы станем одной из важнейших компаний в секторе. Хорошо. Не сомневайтесь во мне. Я все для этого сделаю. Рад это слышать. Ладно, не буду задерживать никого. Это не очень уж и профессионально. Мы сюда работать пришли. Конечно. Можете идти. Буду у себя. Тогда я останусь здесь и буду искать источник чрезмерной активности. Тут явно замешано нечто необычное или даже паранормальное. Добрый день, Мурат-бей. Здравствуйте. Добрый, Чагла. Звонили компании Bella Fashion и Эльса. Они будут рады встретиться. Еще у вас встреча с адвокатами в 2 часа, а в 3 у вас совещание с господином Садии. Я спрашивал. Не поняла. Я бы спросил, если бы мне понадобилось. Он спросил бы, если хотел. Скажи своей помощнице, что я жду кофе. Сейчас вам принесут кофе. Что это с ним? Что с ним? Что с ним? Снова не в духе. Иди, он ждет от тебя эспрессо. Давай, давай, скорее. Скорее. Он не поздоровался и так грубо себя ведет. Дорогая, думаю, ты преувеличиваешь. Это же офис. Что он должен был сделать? Побежать к тебе и обнять у всех на глазах? Love to-